У гомельском аэропорте самолет выкатился за межу взлетно-посадочной полосы. Легкое двухмоторное судно бизнес-класса сербской авиакомпании выконывало рейс Киев-Гомель-Москва. У момент приземления пробило шину левого шасси. Самолет не смог спыниться и выехал за межи полосы прикладно на 15 метров. На борте находились 3 члена экипажа и 4 пассажиры. Никто не потерпел. Працу аэропорта пришлось на некий час спынить, покуль выратовальники буксировали самолет на стоянку. Причины инциденту высветляются.